Перед началом представления в Краснодарском цирке Вениамин Кондратьев пообщался с прославленным артистом в его гримерке. Мерденова глава региона поздравил с 80-летним юбилеем, который недавно отметил руководитель экстрим-шоу, а также с 65-летием творческой деятельности. По мнению губернатора, именно такие номера, как «Кубанские казаки», пробуждают интерес у молодежи к истории родного края. Я думаю, что у нас очень многое впереди в плане вашего творчества. И, что говорить, даже то, что уже мы имеем этот прославленный на весь мир номер, да, уже да, сделали вас да, всемирно да, известным и спасибо, я, спасибо, народно любимым. Знаете, не с точки зрения звания, а с точки зрения любви всего да, нашего народа и всех жителей нашей большой красавицы Кубани. Мы вот 40 лет с этим аттракционом конным «Кубанские казаки». По всему миру прокатились, по всему. В 75-м году Америка, когда увидала тачанка, значит, шашками, пулемет, встали, ну это была овация. Овации номер Мерденова срывает до сих пор. На его представление Вениамин Кондратьев пришел вместе с детьми. За 40 лет аттракцион «Кубанские казаки» посмотрели зрители в 30 странах мира. В Краснодарском цирке увидеть этот номер можно будет до 28 февраля. После артисты отправляются в юбилейный тур по городам России.